Ребята, всем привет, это наш влог. Вы просили, чтобы мы сняли рум-тур, и мы снимаем для вас рум-тур. Сейчас я вам расскажу, где мы вообще находимся, почему и так далее. Все вы прекрасно знаете, что мы уехали с нашей страны Украины, и сейчас мы живем в Испании, город Барселона. Вот, это наша вилла. Да, очень большая. Поверьте, снять ее было нереально сложно. Мы объездили кучу вилл, кучу домов. И вот повезло. Только с этой. Да. И сейчас мы вам покажем, собственно, ее, как она выглядит внутри. Да, Настя. Я хотела сказать. Тут очень тяжело открываются двери. Вот так вот. Это калитка. Итак, мы поднимаемся наверх. Вот, собственно, наша вилла, наш дом, в котором мы живем. Вот так он выглядит. Кому интересно, вилла у нас 700 квадратных метров. Может быть, будет вам кому-то интересно. Понятно, я туплю. Короче, я очень давно не снимала влоги. Последний влог был с моего дня рождения. И, короче, я забыла всем с этим. Так что не судите строго. Это зонт и три стула. Кстати, о красивых розовеньких стулах. Да, они очень милые. Здесь гараж, но туда мы идти не будем, потому что там темно и машины. А здесь наша терраса. Здесь тоже зонтики. Большой зонт, но они все закрыты. Диван, стул. Ну, обычная, в общем-то, терраса. Сзади вот тут вот находится бассейн. Четыре лежачка. И четыре лежачка, и типа трава. Но пока что... Зачем ты все палишь? Это просто типа трава. Ну, типа трава. Зачем болеть, что это типа трава? А, типа настоящая, это искусственная. Короче, это вид. Прекрасный вид, а там есть море. И знаете, здесь очень круто, здесь очень хорошо, тепло. Но домой хочется больше. Мы хотим домой, потому что в гостях хорошо, а дома лучше. Я надеюсь, что скоро мы все-таки будем дома. Но пока... Возвращаться туда небезопасно, к сожалению. Никогда не могла подумать в то, что родной дом будет опасным для меня местом. Ладно, пойдемте дальше. А, здесь, в принципе, больше некуда идти, поэтому сейчас мы вернемся... Не вернемся, мы пойдем в дом. Пойдем. Добро пожаловать! Заходите в гости. Вот я. И, в общем, ребята, здесь мы живем. Посмотрите, здесь у нас уже стоят лампы... Вообще, у них есть правильное название, но я не знаю. А тут, может, как-то свет включить? Сильно темно? Ну да, темновато. Есть лампы. Это не включается. У тебя она не получается включить свет. Они не включают. Ого! Да будет свет. Ребят, начнем. Итак, рум-тур, уже реально рум-тур. Здесь у нас, как видите, все уже красивое, розовое. Все под съемочки. Да, все эти декорации делала моя мама. Короче, что хотела рассказать. Когда мы сюда приехали, здесь вообще не было этого вот всего яркого. Здесь все было черно-бело-коричневое. Ну, мы решили все оборудовать под себя. И теперь у нас здесь такой красивый розовый яркий уголок. Как видите, здесь очень много зайцев. Он еще желтый. Я даже не знаю, что рассказать. Ты забыла сказать, что будет еще лучше. Точно! Будет еще лучше. Это только начало. Здесь мы живем совсем недавно. Мы сюда переехали. Вот. Поэтому пока что это все, что мы сделали. Здесь два дивана, кресло. И вот такая прикольная картина с фламинго. А здесь, короче, реальные фламинго. Ну, как реальные? Ну, почти реальные. Вот такие. Главное не отрывать голову фламинго. Да, если ты сейчас что-то сломаешь. Будет печально. Здесь у нас стол. О, смотрите, Тедька. Тедди. Ой, Тедди. Также хотела сказать о том, что мы привезли наших собак. У нас три собаки. Банни, Тедди и Бонни. И с Тедди у нас проблема. Он лысеет. Он шпиц, и он лысеет, потому что когда-то давно в Киеве его неправильно подстригли, к сожалению. Но я постараюсь его как-то вылечить. Итак, пойдемте сюда. Здесь открыт почему-то шкаф. Чемоданы наши. Да. Шкаф закрыт. И начнем, наверное, с кухни.
заходим. Смотрите, тут собачки. Да, у них грязно. Это наши холодильники. Вот, здесь раковина, здесь тоже раковина, здесь кто-то что-то ел. Здесь хлопья. Ну, в общем, еда. В общем, все, да, здесь есть у нас вода. Круто. Ну, в принципе, больше ничего на кухне нет. Вот, а там комната, в нее мы заходить не будем. Настя, покажи. Это просто не наша комната. Вот, там живут наши помощники по дому, которые приехали с нами с Киева. Итак, на первом этаже осталась моя ванная. И твоя комната. Так, прошу. Ой, тут. Вот эта полочка. Прошу. Итак, здесь я, это зеркало. У меня небольшая ванная, но мне, в принципе, хватает. Это наша общая ванная с Кириллом. Это наш душ. И это наш туалет. Это важно снять. Да. Ну и, в принципе, все. У нас довольно уютная маленькая ванная, точнее, душевая. А сейчас мы пройдем в комнату. Та-дам! Здесь живу я и Кирилл. Посмотрите, какая большая комната. Да, это наши хоромы. Здесь наша кровать. Уи-у! Очень большая кровать. Смотри, у них красивый вид. Да. У нас очень... А, короче, ребят, рассказываю, быстро-быстро рассказываю. Видите, здесь подоконник? Он я чуть-чуть красненький. Ничего страшного. Я на нем постоянно сижу, когда на улице свежий воздух, и хочется чем-то подышать. Вот. Здесь моя тумбочка. Тут у нее сумка, духи. Часики. Карты. Ну, короче, карты, да, мои. Диана, ты играешь в карты? Иногда. Никому не говорите. Это мой секрет. Это мой шкаф, наш. Извиняюсь. Почему я все говорю, это мое? Это наше общее. Короче, вот. Здесь наши вещи. Это все, что у нас есть. Не, на самом деле нормально так. Ну да, но половина из этого мне вообще не надо, потому что... Ну, потому что я не могу это носить. Оно не такое. Ну, не очень, ну не очень. Нет, дело не в этом. Оно просто что-то очень летнее, а я сейчас не могу это носить, потому что еще не сверх тепло. Короче, там тумбочка Кирилла, но там ничего интересного нет. Да. В общем, это наша комната. Здесь живет шиншилла, и она здесь немножко намусорила. Она не вылезет. Вася, сейчас я ее достану. А, кстати, ой, да, смотрите, она вылезла. Мы забрали еще и Васю с нами. Вася, иди ой, ко мне. Фокус, фокус. Вася, иди сюда. Ой, ты мой пушистый динозавр. Смотрите, какая она пушистая. Вот он. Динозавр. Вася, Вася. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, она хочет выбраться. Ладно, Вася, сиди. Ну и, в принципе, все. Это моя комната. Здесь есть еще, кстати, пуфик. Там ноут Кирилла. Его, короче, принадлежности. А здесь карандаши, фломастеры и клей. Диана занимается художеством. Творчеством. Творческий человек. Сейчас мы передвигаемся на второй, поэтому пойдем со мной. Ты не сказала важную вещь про... Да, про то, что у меня отличается лицо от шеи чуть-чуть. Да. Но это нормально, да. Такое бывает. Хотя я подбирала тональный под цвет своего лица, но немного, видите, ошиблась. Так, тут очень плохой свет, пойдем дальше. Пойдем. Итак, мы сейчас будем заходить в комнату моих родителей. Пойдемте. При входе мы сразу видим зеркало. Да. Во весь рот. И нас. Это очень-очень удобно. Итак, здесь у нас ванная. Сейчас включу свет. Это ванная, комната моих родителей. Очень просторная и большая. Это мне нравится, моя маленькая. Так, пойдемте сюда. Ну, скажи честно, ты хотела бы жить в этой ванне? Да, ванная мне нравится, однозначно. Так, а это... Наша комната бани! Да, здесь очень уютно, мило и красиво. Здесь вот такие вот красивые плакаты висят. Один отпал. Ой, как же так вышло? Ой. Мы его приклеим обратно. Итак, короче, здесь у нас все очень мило, красиво. Смотрите, какой красивый. Да. Здесь у нас все такое девчачье, фоточка с Кирюшкой. Вот видите. Смотрите, вот какие они здесь серьезные. Мы сегодня такие здесь темные, это, короче, странно. Обычно я светлее. Так, здесь у нас такая вот штучка, забыла, как называется. Ты не помнишь?
Блин, я не помню. Ладно, ну вы поняли, да? Здесь еще одна тумбочка с миленькими нашими блокнотами. Боже мой, какой Мишечка. И Мишка в костюме зайца. У нас иногда пропадает фокус, поэтому извините. Да. Так. И теперь мы передвигаемся в гардеробную, где хранятся вещи. Бани! Так. Смотрите, здесь очень-очень много вещей. Это все мы уже покупали здесь. Вот. Абсолютно здесь все новое, как вы понимаете. Старых вещей вы вряд ли увидите. Ну, кстати, что-то мы успели все-таки забрать в последний день, когда мы уезжали с Украины. Допустим, вот эту кофту. А, это нет, или... Да. Это она? Вроде бы да. А там разве такое было? Не помню. Нет, это не она, это не она. Это новая? Да. Короче, видите, не успели тут забрать. Ну, короче, ладно, рассказываю. А, здесь всякие кофточки, кепочки. Вот мои сапоги пушистые. Кстати, многие интересовались, как это они оказались здесь, если, когда мы уезжали, мы не успели забрать вещи. Я вам сразу скажу, они просто лежали в багажнике, потому что они, ну, в основном они были у меня дома, где мы именно жили, и мы часто их перевозили на съемочную площадку, где, собственно, и снимали для вас видео. Вот. И так вышло, что они просто остались в багажнике. Короче, нам очень повезло, что они были с нами. Здесь тоже всякие вещи. Здесь, ну, в общем, тут вещи, очень много вещей. Вещи и вещи. Это наша гардеробная, и здесь мы каждый день выбираем красивые луки. Вот так вот. Опять пойдем. Фокус пропал. Бляха-муха, пойдем. Итак, дальше мы будем идти в комнату Насти. Пойдем. Короче, мы заходим в мою комнату. Мы поменялись с Настей местами, и теперь оператор я. Давай, да, Настя, рассказывай, это твоя комната. Снять, да. В общем, вот там лежит рюкзачок, с которым я приехала. А, кровать. Я не знаю, что особо показать, у меня комната не сильно большая. Ну, зато и... очень уютная и милая. Вот здесь, короче, какая-то картина. Здесь мои вещи лежат. Шкаф Насти. Ничего интересного. Ну, Настя точно так же, как и у нас всех, вещей немного. Да. Поэтому показывать нечего. Моя кровать, кстати, очень удобное место. Знаете, тут можно сесть и... смотреть в окошечко. Да. Вот такой вот прикольный пуфик. В виде, кстати говоря... это какой мяч? Это футбольный, футбольного мяча. Да, американского, по-моему. Да, да, да. И вот такой вот у нас вид. Смотрите, там самолеты летают. Кстати, у меня трусится рука, ладно. Получается, вот там вот твоя комната. Да, моя комната находится вот там внизу. Кстати, тут есть тайный уголок. Но там особо ничего интересного я показывать не буду. Там просто кладовка. Вещь. Да. Куда мы идем? Мы идем в мою душевую. Идем. Мы забыли просто, что еще можно ее показать. Так, тут, собственно, как бы она тоже маленькая, она чуть-чуть больше, наверное, чем где она внизу. Короче, но... здесь раковина, да. Зеркало, душевая кабина и туалет. Все, в принципе, здесь больше ничего, да, нет. И здесь Человек-паук. Кстати, прикольно. Я так пометила сочетать свою. Да. Итак, а теперь еще одна душевая. Здесь мы обычно с Настей красимся, потому что здесь хороший свет. Ну, точнее, не очень хороший, но лучше, чем в другой душевой. Ну, тут стоит несколько разных шампуней. Там, да, короче, мы, как вы поняли, моемся во всех душевых по очереди. Вот. И, в принципе, здесь больше ничего нет. Я ж не показала. А, что, что, что? Итак, показываю еще раз. Раковина, зеркало. Но тут душевая, она более такая уютная. Душевая, да, такая интересная. Итак, а дальше комната детская. Сейчас я включаю свет. Здесь живут девочки маленькие, Дана и Кристина. Видите, здесь двухэтажная кровать. Сейчас я отойду подальше. Короче, вот двухэтажная кровать. Тут какой-то шарик, ихний пуфик. У них, кстати, тоже такой спортивный. Как у меня, да. Смотрите, какой прикольный ковер. Джинсовый. Реально. Необычно. Здесь девочки занимаются уроками и учатся. Вот, это их рабочее место, скажем так. А здесь у нас получается... Что у нас тут? Типа терраса или да, что? Да, у них, кстати, очень большая терраса, смотрите. Сейчас. Видите, я открываю... У них реально очень большая терраса. Давайте выйдем. Да, выходим. Итак, эта терраса нас выводит вот сюда. Опять на улицу. И в соседнюю комнату. Ну, там ничего нет. Да, она пустая. В этой комнате ничего нет.
Но скоро будет. Мы будем оборудовать здесь все под съемки, поэтому, ребята, увидите все в новых видосах. Бассейн. Короче, да, бассейн то, что вы уже, собственно, видели. Поэтому мы возвращаемся обратно в комнату. Так, девочек, комнату я показала. И сейчас мы пойдем в комнату кисы. Да, пойдемте. Мы опять поменялись. Здесь тоже дверь и тоже с Человеком-пауком. Заходим. У кисы очень красивая комната. Так, начнем, наверное, я сейчас закрою дверь и покажу, как все выглядит вот здесь. Здесь висит вот такая вот куколка, сама киса. Здесь все леопардовое и даже леопардовый зайчик. Здесь вот такой вот шкаф, тоже весь леопардовый. Здесь написано киса, зайчики. Ну, очень все милое и красивое. И вот еще написано киса. Да, и все тоже леопардовое. Здесь киса, видимо, пила чай. Короче, здесь вот такие вот коробки. Я без понятия, что там, потому что это не моя комната. Здесь все абсолютно леопардовое. Там любимые ролики кисы. И еще чьи-то ролики. Это ролики... Не помню, что. Я тоже. Блонди. Блонди, да. А, здесь тоже плакаты всякие с леопардами. В общем, очень, она очень любит леопард. Да. Я здесь немножко поотдыхаю. И мы подождем. Дальше, да. Так, а мы, в принципе, наверное, показали все. А, наверное, да. Да, получается, да. Ну ладно, пойдемте. Короче, ребята, вот такой вот рум-тур получился. Я залезла. Стою на какой-то штуке. В принципе, мы показали все, ну, практически все. Некоторые локации мы пока что скрываем, потому что там не все доделано, и мы их обязательно вам покажем в наших видосах, поэтому обязательно ждите наши видосы на канале Леди Диана, на моем канале. Вот. Ну и, в принципе, это весь наш влог, весь наш рум-тур. Надеюсь, вам было интересно послушать, посмотреть на нас. С нами все хорошо, надеюсь, с вами тоже все хорошо. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой влоговый канал, пишите комментарии и... Я падаю. Остаемся с вами на связи. До скорых встреч! Встреч!